Рекорд от испанского футболиста. Воспитанник Атлетик Бильбао, игрок сборной Испании Кепа Аристабалага стал самым дорогим вратарем мира. Челси подписал с Кепой 7-летний контракт на сумму 17 миллионов 600 тысяч фунтов, о чем объявлено на официальном сайте клуба. Также стало известно, что Атлетик получил за 23-летнего испанца 80 миллионов евро отступных. Эта внушительная сумма делает Аристабалагу самым дорогим вратарем в истории футбола. До этого рекорд принадлежал Алисону Беккеру, за которого Ливерпуль заплатил этим летом Роме 68 миллионов евро. Это важное решение для меня, моей карьеры и личной жизни. Так много всего привлекало меня в этом клубе. Его победы, игроки, город, английская премьер-лига – это идеальный вариант. И я рад, что руководство Челси поверило в меня. Признался игрок. На Стамфорд-Бридж Кепа заменит Тибо Куртуа, который после конфликта с боссами Челси перебрался в Реал. Бельгиец самовольно покинул расположение команды, за что его оштрафовали на 200 тысяч фунтов стерлингов. Реал заплатит за него Челси около 40 миллионов евро. 23-летний Кепа – воспитанник Атлетика. Он является основным вратарем команды с 2016 года и провел за нее 54 матча во всех турнирах. Прошлой зимой спортсмена активно звал к себе Реал, но в последний момент тот предпочел остаться в Бильбао. Испанец является чемпионом Европы среди игроков до 19 лет. Центральный защитник Баварии Жером Буатенг лично ответил на предложение Жозе Мауриньо перейти в Манчестер Юнайтед. Буатенг позвонил тренеру, поблагодарил за проявленный интерес, но отказался от трансфера, сообщает Guardian. Издание пишет, что Жером сделал такой выбор после разговора с тренером Баварии Нико Ковачем, который очень хочет оставить защитника в команде. Ранее сообщалось, что переговоры по Буатенгу также ведет Пари Сен-Жермен. Приписывали интерес к нему и Арсеналу. 29-летний Жером Буатенг играет за Баварию с 2011 года и суммарно провел за клуб 258 матчей, забив 8 голов, 6 раз выиграв Бундеслигу и 1 раз Лигу чемпионов. Его контракт с мюнхенцами истекает летом 2021-го. По данным СМИ, Манчестер Юнайтед пытается приобрести также Харри Магуайра из Лестера и Ери Мину из Барселоны. Однако сам Жозе Мауриньо в интервью сообщил, что клуб прекращает дальнейшие поиски. По моей информации, новичков больше не будет. Мне остается только сфокусироваться на работе с теми игроками, которые есть. У меня впереди 4 матча, потому что затем и они разъедутся по сборным. Моя задача – подготовить команду, а для этого надо работать с теми, кто в деле. Цитирует СМИ Мауриньо. Этим летом Манчестер Юнайтед подписал вратаря Ли Гранта, правого защитника Диогу Далота и полузащитника Фреда суммарно на 73 миллиона фунтов. При этом и потерь у команды нет. Ушли только не основные игроки Дейли Блинд и Майкл Карик. Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о том, почему снялась с открытого чемпионата Канады. «Сейчас моя спортивная карьера мало совместима с материнством», – заявила спортсменка. Участие в турнире заставило ее чувствовать себя плохой матерью, – передает BBC. «Теперь Олимпия является моим главным приоритетом в жизни. Теннис тоже важен для меня, но Олимпия, семья и Бог идут перед ним. Начало августа стало для меня непростым. Мне не только пришлось столкнуться с серьезными личными испытаниями, я вообще была как в тумане». Откровенно призналась Уильямс. Причины, по которым она снялась с канадского турнира, Серена Уильямс объяснила в записи в Инстаграме. По словам теннисистки, ей пришлось столкнуться с пострадовыми переживаниями. Спортсменка призвала других матерей не страдать в тишине и одиночестве. На счету 36-летней теннисистки 38 побед в турнирах «Большого шлема» и 23 титула на этих турнирах в одиночном разряде. По этому показателю она занимает второе место в истории женского тенниса. В июле Серена Уильямс вышла в финал Донского турнира, где проиграла, но в начале августа пережила самое обидное поражение в своей карьере. Со счетом 6-1, 6-0 она уступила британке Юхани Конти. Австралийский гонщик Даниэль Рикардо покинет команду Формулы-1 Red Bull по завершении сезона и будет выступать за Рено. Подробности у газеты «Телеграф». Глава Red Bull Кристиан Хорнер сообщил, что пилот не подпишет новый контракт и уйдет по завершении сезона. Консультант команды Хельмут Марко объяснил уход Даниэля желанием сменить обстановку. Новым местом работы австралийца станет Рено, контракт с которым уже подписан. «Это было, наверное, одно из самых трудных решений в моей карьере. Но я осознал, настало время взяться за новую задачу. Я понимаю, впереди много работы. Самое главное, я должен помочь Рено достичь своих целей». В этом сезоне Даниэль Рикардо занял 5-е место в общем зачете, набрав 118 очков. Он уступает лишь гонщикам Феррари и Мерседесам.